Россия – это страна великих воинов, великих полководцев, простых людей, готовых на подвиги ради своей Родины. Воинская слава – это наша великая история, которой мы можем и должны гордиться. 5 декабря 1941 года случился переломный момент в самой страшной войне 20 века, названной Великой Отечественной. Советские войска остановили агрессивное шествие фашистских войск по российской земле на подступах к Москве и перешли в контрнаступление. Наступил крах гитлеровской операции «Тайфун». В результате героических действий советской армии в немецком наступлении наступил кризис. Силы и моральный дух немецкой армии были надломлены, и вражеские войска были отброшены на 250 километров. Ход войны изменился. Теперь гитлеровские войска оборонялись и отступали. До самой нашей великой победы. Давайте будем помнить свою историю. Давайте будем достойны ее памяти.